Всем привет! А это город Змеев, небольшой городок в Харьковской области. И поставили по городу, как видно, возле мусорных урн, баков, отдельные для сортировки мусора. Ну вот мы поучаствуем. Правда, когда кидаешь туда стекло, как видно, если там уже насыпали много стекла, если туда швырануть, я так понял, если что-то разобьется, может через дырку в стекло полететь в глаза. Поэтому, я так понимаю, надо быть осторожным. 3 мая 2019 года. Вырвался на природу, на свежий воздух, к реке, на рыбалочку, на прогулку. Сейчас подхожу к заливу, прикупил червячка и думаю открыть сезон, так сказать, рыбалки на поплавочку. Такой живописный залив, река Северский Донец. Вот такой окунек. Что-то пока один другого больше. Довольно сильный ветер. Периодически проходит. Становится тихо. Красота, птицы поют. Ну вот пока два окуняка. Малыша выпустил. То, что покрупней, придется забрать на уху. Потому что заглотил хорошо, аккуратно. Крючок достать не всегда удается. Решил сменить место дислокации, прогуляться вдоль реки. Вот такая у нас природа красивая, все зазеленело. Друзья, выбирайтесь на природу, на прогулки, в парк, в лес, к водоему. Весна, весна на дворе. Красотища, я думаю, люди были бы добрее, если бы больше проводили время на прогулках, в местах, где меньше людей, где отдыхает, так сказать, как говорится, душа и разум. Вот видите, какие люди молодцы. На каких-то надувных байдарочках плавает. Разместился на так называемой сиже, деревянной конструкции для рыбной ловли. Но волна все-таки здесь не так удобно, как в заливе. И не клюет. На червячка не хочет. Менял глубину, пробовал и под камыш, и поглубже. Ну, может, оно и к лучшему. Ну а если не клюет, не беда, солнечная погода, кучевые облака, пойдем найдем красивую точку и снимем таймлапс. У меня на канале также есть плейлист с видео сюжетами о рыбалке. Ловля леща на пенопласт, карпа на поплавочную удочку, спиннинговая ловля на разных водоемах. Кому интересно, ссылочка в описании и в конце ролика. Подписывайтесь на новые сюжеты, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые. Всем удачи, всего доброго!